приходилось читать многие ваши интервью, слушать их, и там рефрен всегда звучал, что на самом деле вы ощущали, что для ваших родителей работа на первом месте, а вы ребенок на втором месте. Да. Было так. Было вот, такое. И вы, и ваш супруг, вы в той же отрасли работаете. Вы актеры. Да. А ваши дети ощущают, что они на втором месте, как вы считаете? Я думаю, что я это узнаю только тогда, когда они совсем окончательно вырастут и начнут предъявлять мне какие-то претензии, потому что они сейчас еще, как по прекрасной формуле Марины Цветаевой, которая сказала, что сначала дети родителей любят, потом судят, потом жалеют. Так сейчас они пока в возрасте, когда они меня любят. Думаю, мне недолго осталось до возраста, когда они меня начнут судить. Во всяком случае, мой ребенок старше, которому 15 лет, и тогда я узнаю какие-то встречные претензии ко мне. Но я со своей стороны все, что могла сделать в рамках своей профессии для того, чтобы мои дети не чувствовали, что они на втором месте, я все сделала. То есть я реально со всеми там агентствами театральными, со всеми, не знаю, съемочными группами, с которыми я сотрудничала, я, у меня включен в пункт договора, что там дни рождения, что какие-то там, не знаю, праздники, особые дни, это просто дни, когда я не работаю, никогда там, да, я никогда не работаю в Новый год, я никуда не уезжаю, если вот что-то такое, я выделяю, так сказать, особым маркером в своем расписании, если какой-то детский концерт, если праздник в саду или там в школе и так далее. Я делаю все, что от меня зависит, дисциплинарно, скажем, да, что я могу сделать, чтобы мои дети понимали, что они для меня гораздо важнее, чем моя профессия. Тем более, что это не уловка, это так и есть. Понятно. Они для меня гораздо важнее.